Накануне Дня строителя в Зимнем театре всегда проходит встреча специалистов этой отрасли. Собираются и те, кто многие годы остается верен своей профессии, и те, кто только начинает карьеру строителя. Здесь, в Сочи, есть где развернуться. Город за последние 4 года получил масштабное развитие. Красная Поляна и Эстосадок – это новый горнолыжный курорт, который построен с чистого листа. И это достойный, конкурентоспособный горнолыжный курорт всем мировым курортам. Олимпийский парк, Олимпийская деревня, вся Нижняя Меретинская низменность – это тоже новый курорт, новый город Сочи. Ну и, конечно, за это время отремонтировано более 800 многоэтажных жилых домов, где-то 5000 индивидуальных жилых домов, отремонтированы дворы. Вот сейчас, как вы видите, мы ведем активно благоустройство города, озеленение города. И естественно, что главной профессией в городе на это время стала профессия строителя. И понятно, что каждый сочинец – это тоже строитель. Обновленными сегодня выглядят объекты здравоохранения, образования и культуры. Построено 5 новых школ, 4 больницы, жилые дома для переселенцев, дороги, транспортные развязки и очистные сооружения. Это новый проект. Это новый проект для России. Это успешный проект для России. И в канун праздника я бы хотел сказать добрые слова строителям, потому что строители приходят и уходят, а то, что они сделали, остается на века. И люди всегда говорят им благодарность и спасибо. Профессиональным праздником этот день считают и проектировщики. Они рассказывают, что большинство объектов в городе спроектировано сочинцами. Построено много санаторных комплексов. Санаторий Сочи, плавательный бассейн. Санаторий Родина сейчас называется, там плавательный бассейн под моим руководством. Чем и так. Сегодня профессия строителя самая востребованная в Сочи. Город как никогда нуждается в грамотных специалистах, правда, с огоньком в глазах. Ведь даже при возведении самого обычного дома всегда чувствуется, когда строители работали с душой. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.